влюбляются все. Самозванка. В фильме снимались Аджай Девган, Рани Мухерджи, Сонали Бендре, Кульбушан Харбанда, Садашив Амарпуркар и другие актеры. Дели. Вы себе представить не можете, говорят, здесь пышно празднуют Дивали. А почему бы и нет? На улицах толпы людей, в магазинах горят светильники. Люди запускают фейерверки, покупают сладости, украшают свои жилища. И кругом море света. А я работаю в этом городе. Живу вместе с другом в небольшой квартире. Сейчас он уже дома. Из-за него я вышла из дома в такую холодную погоду. Подумала, надо купить к празднику какие-нибудь подарки. Сделать ему сюрприз. Он будет очень рад. Правда, он совсем немногословный. Привет, Джонатан. Счастливого Дивали. Сейчас я зажгу светильники. Оператор Нирмал Джани. Композиторы Саджиев и Ваджиев. Продюсеры Лалит Капур и Раджу Нирула. Знаешь, что мне дядя говорит? Если ты перед сном будешь смотреть на звезды, то все твои мечты исполнятся. Автор сценария и режиссер Милан Лотхри. Эй, Джонатан, хочешь кофе? Пуши? Тетушка, где вы? Мне так скучно без вас. Ты же знаешь, сейчас сезон свадеб. Столько работы, вздохнуть даже некогда. Откуда вы говорите? Когда со мной встретитесь? Я поэтому и звоню. Сегодня вечером у господина Бансала церемония помолвки. Мехна выходит замуж? Помнишь? Мы выступали во время ее рождения, и сегодня тоже будем петь. Она будет рада тебя видеть. Хорошо, что вы мне об этом сообщили. Я тоже буду выступать на церемонии ее помолвки. Но как же я отпрошусь с работы? У меня уже больше нет в запасе никаких отговорок. Куши, неужели больше ничего нельзя придумать? Придумала. Осторожно, посторонись. Куши? Куши? Да, сэр. Что случилось? Ты что, простудилась? Нет, сэр, я плачу. Плачешь? Почему? Сэр. Собака моей тетушки попала в аварию. Ее зовут Томми. Но ты же говорила, что ты сирота. Откуда у тебя взялась тетушка с собакой? Сэр, я так переживаю за Томми, а вы задаете мне такой вопрос. Значит, ты сегодня тоже не выйдешь на работу. Сэр, постарайтесь меня понять. Я все понимаю, не нужно больше ничего объяснять. Не хочу больше ничего слышать. Он придет тогда, когда ты его не ждешь, и все вокруг станет совершенно другим.
Пришла, дочка. Устроила себе еще один выходной. Ладно, расскажи лучше, где ты живешь, чем занимаешься. Дядя, у меня все в порядке. Хорошая работа. От работы дали хорошее жилье. Дочка, ты одна живешь в таком большом городе? Тетя, я уже не ребенок. 15 лет с тобой жила, не так ли? Теперь вместо мамы, папы, братьев, сестер я встретила тетю, дядю, Биндию, Полту. Разве этого мало? Я хочу жить одна. Хочу все испытать в жизни. И это так приятно, поверьте мне. Жить одной? Да. Но, дочка, раньше в твоих глазах я мог прочесть другое. Дядя, не надо психологии. Вот увидишь. Скоро ты встретишь принца. И он увезет тебя на белом коне. Дядюшка. Ты ведь ко всем относишься с любовью. И когда-нибудь любовь придет и к тебе. Надо в это только верить. Ранвир, куда ты меня везешь? Сюрприз раньше времени не открывают. Что это на тебя вдруг нашло? Я тебя никогда раньше таким не видела. Начиная с детства и до сих пор. Мне приходилось прилагать массу усилий, чтобы тебя разговорить. А сегодня что-то... Сегодня я решил сделать решающий ход. Взять судьбу в свои руки. Тебе надо было стать поэтом. Как ты стал архитектором? Ты же все время обитаешь в облаках. Как ты можешь строить здание? На фундаменте правды здание можно построить легко. Что это такое? Подарок. Ко дню помолвки. Что? Назови день свадьбы, и я к этому времени закончу строительство. Что на тебя сегодня нашло? Уж не сошел ли ты с ума? Это уже давно с нами происходит. А это всего лишь результат того. Ты и я? Ты что, шутить изволишь? И если это шутка, то всю нашу жизнь можно назвать шуткой. Ты хотя бы спросил меня? Зачем? И я думал... Что ты думал? Что уж говорить обо мне? Ты о себе никогда не думаешь. Откуда ты взял эти деньги, чтобы купить землю? Послушай, Ранвир. Между твоими мечтами и моей целью есть большая разница. Я знаю тебя с детства. Ты все время витаешь в облаках. Как я могу связать жизнь с человеком, который живет в мире грез? Прости. Поехали. Прекрасно. Ты уже совсем скис от несчастной любви. Все делаешь в спешке. А к работе еще даже не приступал. Землю еще не купил, а уже начал строить дом. Я 22 года гнул спину, прежде чем построить этот дом. А ты как следует считать не научился. А думаешь... Пойдемте, я с ним сама поговорю. Да что с ним говорить? Я его уговорю. Чем сидеть без дела, лучше начинать работать. Совсем пропащий парень. Как мне с ним тяжело. Не надо, сынок, не надо. Не нужно отчаиваться. Я знаю, как трудно высказать то, что на сердце. Но ты не переживай. У тебя в жизни еще будет настоящая девушка, и она принесет счастье всем нам.
Не надо так переживать. Ранвир, вот уже неделя, как ты вернулся из Симлы. Не надо так расстраиваться. Идем. Такая большая вечеринка. Шеф не любит хмурые лица. Гаурав Капур, Ранвир Мальхотра. Спасибо. Сегодня самый счастливый день моей жизни. Я впервые показываю вам макет, разработанный нашими проектировщиками. Я всегда верил в молодых специалистов нашей компании, и эта уверенность сегодня еще больше окрепла. И что я еще хотел сказать. Я служил в армии, устал от всех этих приказов и наставлений. Эй, официант, налей всем виски. Куши, давай относи. Официант. Куши. Это для вас, сэр. Я не хочу есть. Второе блюдо еще не подали? Сейчас все будет готово. Вот видите, сэр, все уже готово. Вижу. Ты в прошлый раз проверяла продукты? Да, сэр. Потому что Хуши не было на месте. Сегодня ночью ты будешь дежурить до конца. В чем дело? Все уже поели? А у тебя что, совсем пропал аппетит? Ну, сделай хотя бы вид, что ты ешь. Добрый вечер, сэр. Какая хорошая речь. Налейте мне что-нибудь. Меня зовут Гаурав, а это мой друг Ранвир. Спасибо, я очень рад вас видеть. Эй, пойдем. Простите. Налейте мне, пожалуйста, еще. Бар уже закрыт. Но мне можете налить одну порцию? Простите. Вы очень больны, мистер. Вино вам не поможет. Сколько будет 17 плюс 11? Чи? Да? 17 плюс 11. 28. Спасибо. Кого рисуете? Меня? Рисую свою мечту. Я тоже часто мечтаю. Покажите свою мечту. Это моя мечта в Симле, на самом возвышенном месте. Но для кого я ее построю? Ей не нужна ни мечта, ни реальность. Ну, мистер... Бар действительно закрыт, и мне пора домой. Идемте. Вы из-за меня припозднились. Могу я довезти вас до дома? Спасибо, я рядом живу. Тогда пойдемте пешком. Вы в Дели живете? Что вы спросили?
Вы местная? У меня нет постоянного места жительства. Сегодня здесь, завтра там. Весь мир принадлежит мне. Все люди мои. Послушайте, мистер. Что вы хотите? Вы меня неправильно поняли. Я ничего не хочу. Только хочу кого-то забыть. Покажите бумажник. Да? Покажите. Ее? Ее хотите забыть? А держите возле сердца. Но... У вас на лице написано, мистер. Куши! Куши! Тетушка! Она принесла нам еды. Тетушка! Еда готова. Сегодня вам много принесла. Берите. А это кто? Один шалопай. Очень много о себе воображает. Сейчас я от него избавлюсь. Послушайте, мистер, наш путь закончился. До свидания. До свидания. Куши. Сэр, что вы делаете? Сэр! Разбился. Сэр, что на вас нашло? Вы в порядке? Сэр, что с вами? Со мной все в порядке. Я принес хорошие новости. Какие? С сегодняшнего дня у тебя нет больше работы и этой комнаты. Нет, сэр. Сэр, что теперь со мной будет? Куда я пойду? Ну, пожалуйста, сэр. У меня же никого нет. Убирайся куда хочешь. Ты 16 дней не выходила на работу. Хватит отговорок. Сэр, у меня дядя болеет. И его собака тоже болеет. Куда мне теперь идти? Убирайся на все четыре стороны. Дядя, тетя, что вы делаете? Это же мои вещи. Что случилось? Нам так повезло. Мы все это продадим. Что случилось, детка? Что произошло? Мой противный друг выгнал меня с работы и из дома. Выгнал, мерзавец. Если бы наш гостевой домик был бы готов, то я бы тебя туда поселил. Но ведь это Дели, или это мой Бомбей. Все эти архитекторы работают через пень-колоду. Ничего хорошего. Бомбей. Бомбей. Теперь это Мумбай. Мумбай. Алло. Чего ты смеешься? Тетушка, моя проблема решена. Я нашла место, где остановиться, и добилась своей цели.
Джонатан? Хозяин этого дома не только противный, но еще и жадный. Видел, в каком состоянии находится дом? Если я притронусь к этим деньгам, то в Дели придется возвращаться пешком. Надо их сохранить. Сделай одно дело. Ты присмотри за моими вещами, а я пойду что-нибудь сделаю. Детка, здесь одно правило. Если кто-то не платит вовремя, меня это раздражает. Очень раздражает. Вот, посмотрите на вашу соседку, госпожу Шарма. Сколько раз я ей говорил, чтобы она каждый понедельник возвращала мне кредит. Она это не делает. А вот госпожа Нарула. Она покупает здесь продукты, и такая обязательная. Я занесу в бухгалтерскую книгу ваш кредит. Госпожа Нарула мне должна 950 рупий. Вот ваш товар. С вас всего 1950 рупий. Спасибо. Запишите все на мой счет. Послушайте, простите, но я вас не узнал. Знаете, я и Ранвир. Вы же знаете Ранвира? Ранвир Мальхотра? Потрясающая новость. Поздравляю, дочка. Он изумительный парень. Берите свой товар. Я все до пояса взыщу с Ранвира. Идите. Простите? Простите. Да? Меня зовут Пуджа. Пуджа? Ранвир и я? Пуджа! Ранвир мне показывал вашу фотографию. Я ничего не понимаю. Ранвир мне никогда не рассказывал о вас. А в магазине я слышал, что... Но как это вдруг Ранвир решил жениться? Ничего не понимаю. Вы ошибаетесь. Мы еще не женаты. Только помолвлены. У меня отпуск, и я подумала. Езжу-ка я в Симлу, взгляну на дом. А Ранвир? Всем нравится Ранвир, не так ли? Я не это имела в виду. Я знаю. Он занят на работе. Через несколько дней приедет. Но... Ладно, не будем об этом. Скажите, какой здесь хороший ресторан? Потому что вы меня завтра туда пригласите на обед. Вы же друг Ранвира. А у меня здесь нет друзей. Хорошо? Ну, завтра я... Завтра в час здесь и встретимся. Идет? Ладно. Пока. Простите, господин Ранвир, я наговорила больше, чем надо. Ну что поделаешь? В один миг я договорилась об обеде. Вы не беспокойтесь. Если я не сделаю из вас героя, то не называйте меня тогда Хуши. Сын, поднимись с кресла. Посмотри, кто пришел. Отец, мать зовет. Сын! Слышу. Скажи ей, что мне уже 62 года, я уже не ребенок. Сын. Иду. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас очень удобный диван. Не успела прилечь, как заснула. Да, у вас хороший вкус. Кстати, сколько он стоит? 8000. Запишите на мой счет. Госпожа Ранвир Мальхотра. Что случилось? Если вы госпожа Мальхотра, то наш диван, мы и все, что здесь есть, ваше.
Почему? Такое внушительное имя. И имя, и родственные узы. Серьезно? Ее сына хороший выбор. Эй, семья. Семья? Ранвир мой сын. Эй, семья, познакомьтесь с супругой моего сына. У него хороший вкус, не так ли? Мы уже все рассказали о себе. Теперь расскажи нам, когда ты собираешься стать госпожой Мальхотра? Невестка, не обращай внимания. Но как это произошло? Почему так неожиданно? Брат же несколько дней назад был здесь. Что я могу вам на это сказать? Вы у него лучше спросите. Дочка, ты говоришь, что работаешь в Дели. Твои родители, наверное, тоже из Дели? Чего это вы ей устроили допрос? Она же здесь собирается жить. Потом ее обо всем расспросите. Идем, дочка. Послушайте, дело в том, что я в том доме, Ранвир говорил... Я знаю, что Ранвир на меня сердит. Иногда я просто не сдержан на язык. Не так ли, семья? Иногда? Не знаю, когда Ранвир достроит этот дом. Если ты будешь жить в этом доме, то я буду очень рад. Они собираются создать семью, не так ли, дочка? Для невесты это очень важно. Дочка, ты живи там. Ведь оба эти дома наши. Когда захочешь, можешь к нам приходить в гости. В наш дом пришла радость, настоящая радость. Вот увидишь, все ссоры прекратятся. Вау. Неплохо ты придумал. Шеф будет рад, когда увидит. Послушай, Ранвир, шеф хочет видеть проектную схему фабрики, а не мечты о красивых домах. А то, что ты видишь, это всего лишь мечта. Забудь о ней. Забудь, друг. Всему виной этот дом. Пока он существует, у меня сохраняется надежда в нем поселиться. Я жду Пуджу. Нет, лучше продать дом. Прекрасно. Тогда сделай так. Отпросись с работы, продай дом и возвращайся обратно. Доброе утро. Доброе утро. Прости, дочка. Мы пришли слишком рано. Да нет. Я давно уже так хорошо не спала. Потому что спишь в своем доме. Сегодня у тебя здесь первый день. Мы принесли тебе подарок. Это мои первые браслеты. И мои тоже. Поздравляю тебя с новым домом и началом новой жизни. Ты знаешь, наконец-то наш сын решил жениться. Все будут так рады. Сейчас все ждут тебя на улице. Быстрее умывайся и спускайся вниз. Джонатан, какие они хорошие люди. У них надо научиться любить друг друга.
А вдруг это не мечта, а реальность? Знаешь, что тогда будет? Моя мечта осуществится. Я хотела бы выйти замуж и жить в такой любящей семье. Ну ладно, у меня сейчас нет времени на все это. Мне надо где-то пообедать. А ты оставайся здесь и приберись в доме. Договорились? Пока. Да, что я говорила? Раньше я думала, что Ранвир похож на всех других парней. Но сказать по правде, в его глазах я увидела лучики искренности. И знаешь, тогда, с первой нашей встречи, когда он решил меня проводить до дома, в ту ночь на пустынных улицах Дели, между двумя совершенно незнакомыми людьми, возникло какое-то неведомое мне раньше ощущение взаимопонимания. Так что я говорила? Спустя несколько дней Ранвира повысили по службе. Я тоже так же реагировала. Он стал вдвое больше получать. Однажды он пришел в новом костюме. Выглядел таким симпатичным. Пригласил меня на обед. И представляешь себе, шампанское. Ты понимаешь, о чем я говорю? А затем... О боже... Что случилось? Я хотела спросить, что потом случилось? То, что происходит в мечтах у девушки. Он на виду у всех опустился на колени и сказал: «Хуши, я хочу забрать себе все твои неприятности, а все свои радости отдать тебе. Хуши, выходи за меня замуж». Теперь ты скажи, как я могла ему отказать? Если бы на моем месте была другая девушка... Ой, ты ничего так и не съела. У меня нет аппетита. Тогда я съем за твое здоровье. Я такая стеснительная. Как я могу сама объясниться в любви? Ты мне объяснишь, что здесь происходит? Вы заходите в дом. Что ты делаешь в моем доме? Послушайте, я знала, что вы будете очень сердиты, но у меня не было другого выхода. В ту ночь, после того, как я встретилась с вами, мой босс зашел в мою комнату. Он был очень пьян, начал ко мне приставать. И я тогда убежала оттуда. Но я потеряла работу и жилье. Я ведь вам тогда говорила, что я совсем одинока. Я не знала, что делать. И тогда я увидела ваш рисунок. И мне стало легче на душе. Я подумала... Думать головой надо. Собирай свои вещи и разыгрывай представление в другом месте. Сэр, жальтесь над бедной девушкой. То, что произошло с тобой, все это в прошлом. Забирай вещи и уходи. Сэр! Уходи. Эй!
А этот диван? Ваша мама. Как я могла отказаться? Мама? А это от бабушки. Это от дяди. От вашего брата. А эти вещи? Это подарок на свадьбу. Ты говоришь о нашей свадьбе? Ваш дом был в таком запустении. Продолжай, продолжай. Что мне сказать? Что ты им сказала? Что мы собираемся пожениться. Значит, ты собралась забрать все эти подарки и смыться? На что ты еще позарилась? Говори. Мама подарила браслеты. Я их верну. А Пуджа? Что ты сказала Пуджа? Что ты ей сказала? Она пригласила меня на обед. Привет. Увидела твой джип. Когда приехал? Только что. Какая приятная погода, не так ли? Почему бы нам не посидеть на улице? Я чай приготовлю. Присядем. Я не знала, что ты... То, что ты знаешь о Кхуши... Если бы она не рассказала, я бы так никогда и не узнала, что ты... Кто? Что ты такой романтик. Ты покорил ее сердце. Любая девушка может сойти от тебя с ума. Я ее обо всем расспросила. О каждой твоей встрече. О каждом твоем поступке. О каждом твоем успехе. Я даже не могла подумать, что все это может произойти так быстро. Просто в голове не укладывается. Я тоже не думал. Все произошло само собой. Возможно, это даже к лучшему. Я рада за тебя. Все твои мечты осуществились, не так ли? Поздравляю. Мне пора. И чай не будешь пить? Как-нибудь в следующий раз. Она ушла. Простите, это все из-за меня. Я вечером уеду. Может быть, из-за тебя Пуджа поняла, что совершила ошибку. Что вы хотите сказать? Только одно. Ты можешь остаться, если хочешь. И что дальше? Тебе нужен дом, а мне нужна ты. Продолжайте. Тебе повезло, твое представление сработало. Иначе из-за тебя Пуджа должна бы еще дальше отдалиться от меня. Но произошло все как раз наоборот. Возможно, у вас девушек голова устроена по-другому. Мистер, говори по делу. Эту тему мы будем продолжать еще несколько дней. Ты будешь здесь жить, а я несколько дней поживу в доме отца. Ты уже придумал план до конца своей жизни. А если что-то выйдет не так?
Ничего не произойдет. Тобой, может быть, и не произойдет. А что будет со мной? Бесплатное питание, жилье. Что тебе еще надо? Делаешь мне одолжение? Послушай. Мужчине трудно сказать «извини». Знаешь, мистер, я уже давно не жду никаких одолжений от таких мужчин, как ты. Что ты хочешь? 2000 рупий в неделю. 2000? Пока. Послушай. Присядь. Хорошо. И? Мебель. Я говорила тебе, что подарки не возвращают. Эй, жених. Первый раз привел невесту в дом. Представь ее официально. Вы уже знакомы. Тем не менее, ее надо представить. Я прав? Дядя. Здравствуйте. Мама. Мама. Будь счастлива. Бинди. Привет. Раджив. Сурили. Сурили. Биджи. Бабушка. Бабушка. Назад Али. Назад Али. Гуртедж. И отец. Приветствую вас. Мы приготовили твою любимую еду. Куши говорил, что ты очень любишь тушеные баклажаны. Ты мне раньше никогда это не говорил. Потому что ей они нравятся. Давайте, пойдемте на кухню. Быстрее. Одну минуту. А что, если молодая леди сама зажжет огонь? Да, конечно. Идемте. Подожди. Сын, что это такое? Как это произошло? Сам поражаюсь. Не знаю, бабушка. Ты все это сделал, хорошо подумав? Не надо. Что? Я хотела сказать, не думай так много. Поступай так, как тебе подсказывает сердце. Сын мой, послушай моего совета. Счастье приходит неожиданно, само собой. А когда счастье пришло, то все вокруг расцветает. Послушай, забудь о прошлом. Забудь и наслаждайся счастьем. Сделаешь так, как я тебе сказала? Вот здесь жилая комната, а здесь... Доброе утро. Вы будете завтракать? Мама прислала молоко. Ты ешь. А я покажу позже спальню. Хорошо. Джелеби? Кау мане бежи. Джелеби, ешь. Мама их прислала. Ау. Заходи. Я думал, что каждый наш день должен начинаться с любви, поэтому я так спроектировал эту комнату, чтобы солнце каждое утро нас будило. Это прекрасно. Показал ей свои мечты. Очень плохая привычка. Он всем показывает свои мечты. Вообще, бывают какие-то личные разговоры. Вы правы. Тем не менее, я еду в отель. Пока. Пуджа. Хорошая девочка. Thanks.
Спасибо. Очень ее любишь. Каких пор? Не знаю. Тех пор, как помню себе. Я даже не думал никогда о какой-нибудь другой девушке. Она счастливая. Каждая девушка об этом только мечтает. О чем? Чтобы тот, кого она любит, не думал больше ни о ком. А если она так и не ответит тебе взаимностью? Тогда возможно. Я никого больше не полюблю. Ты добьешься своей цели. Мне сердце это подсказывает. Знаешь, почему меня назвали Хуши? То есть радость. Потому что у меня в гороскопе написано, что я буду всем приносить радость. Гораздо больше радости, чем испытаю сама. Вот увидишь. С моим приездом здесь все изменится. Ранвир, ты? Я проезжал мимо. По правде говоря, захотелось тебя увидеть. Ты выглядишь обеспокоенным. Я уже не понимаю, что правильно, а что нет. Хуши считает, что ты в моем сердце. Но, возможно... Пуджа, я... Молодец, Ранвир, молодец. Я знала, что ты обязательно придешь сюда. Пуджа, я ведь говорила тебе, что он обязательно придет. Ты ошибаешься. Я хотел только поговорить. Я тоже пришла сюда поговорить, но только по-другому. До сих пор я надеялась, что избавлюсь от своих подозрений, связанных с Пуджи. Но сегодня я своими глазами вижу, где правда, а где недоразумение. Послушай, Хуши. По крайней мере, не выставляй меня на посмешище перед всеми. О, Басанти, из фильма «Месть и закон». Если бы ты не пришла через полчаса, я бы с ней помирился. О, Дефананте Симлы, какой ты красноречивый. Ты тупица. Тупица. Почему? Ты совершенно не понимаешь девушек. Только сегодня началось представление. Раскинь таким образом сеть, чтобы птица, даже если она в нее залетит, все равно будет вынуждена вернуться. Но на это уйдет время. Мистеру нужны прочные нити. Если применишь силу, то нить может порваться. Заставь ее ревновать. Пусть помучается, понял? Понятно. Будешь мороженое? Зачем? Зимой так приятно есть мороженое. Пошли. Пожалуйста, 2 апельсиновых. Ну все, хватит, пошли. Пошли. Сын, как все-таки время изменилось? Только парень будет встречаться с девушкой. Мы уже начали разговор о свадьбе. Тебе нужно хотя бы изредка навещать родителей. Отец, они оба так заняты. Мой отец занимается бизнесом, а мать играет в бридж. И занимается благотворительностью. Дочка, но если хотя бы раз мы с ними встретимся... Отец, не надо об этом. Родители Хуши давно не ладят друг с другом. Она этого не говорила, но я знаю. Они не могут даже жить вместе в одной комнате. Когда мы назначим день свадьбы, тогда пригласим их. Отец,
Ранвир верно говорит. Я... Лапай довел ее до слез. Зачем тебе нужно было говорить ложь о моих родителях? Что они теперь будут о них думать? Я не говорил о твоих родителях. Ты что, забыла? Мать играет в бридж, отец занимается бизнесом. Они так заняты. Я говорил о них. Тем не менее, я создала впечатление, а ты все испортил. Ты сама выдумываешь всякие небылицы и начинаешь в них верить. Это у тебя самая большая проблема. Что ты сказал? Ври, но знай меру. Твоя ложь может привести к тому, что мне действительно придется на тебе жениться. Пошли, я куплю тебе еще одно мороженое, врунишка. Эй, актриса Погорелого театра. В чем дело? Поехали. Пора разыграть представление. Джонатан. Привет. Привет. Ты до сих пор сюда приходишь? О чем ты думаешь? Это стало уже многолетней привычкой. От нее трудно отказаться. Я о тебе и о себе думала. О днях, проведенных в колледже. Помнишь? В тот день в моем доме. Прости. Это мы с Кушей выясняли отношения. Но я тогда с тобой поссорилась, не так ли? Да. И поэтому мне стыдно. Тогда я тебе хотела кое-что сказать. Но из-за Хуши... Хуши ведет себя как ребенок. Ты тоже ведешь себя не лучше. Устроил ссору из-за какого-то пустяка. То есть? То есть, когда один сердится, другой должен его успокоить. Если один ведет себя неразумно, другому надо быть умнее. Знаешь, Пуджа, ты сама не представляешь, какая ты хорошая. Тебе только нужен тот, чтобы тебя любил, заботился о тебе, чтобы ценил такое сокровище. Точно так же, как я думаю о Хуши. Мне пора. Ты идешь? Я еще немного здесь посижу. Не думай слишком много. Это вредно для здоровья. Пока. Пока. Напротив меня. А ты напротив меня. Нас разделяют большие расстояния, но любовь притянула нас друг к другу. Мы тере сам.
Мама. Да? Можно мне сказать? Говори. Зачем спрашиваешь? А что мне делать? Когда начинаю что-то говорить, вся семья обижается. Я не обижаюсь. Говори, в чем дело? Я не понимаю. Что? Почему отношения между Худши и Ранвиром зашли в тупик? Это связано или с поведением Пуджи? А может, это из-за родителей Худши? Все стоит на месте, о свадьбе даже речи нет. Не понимаю, в чем дело? А я понимаю. Тогда в чем дело? Дело в том, что ты совсем наивный. Как тебе понять эту любовную игру? А я понимаю. Хорошо, но... Чтобы разгадать эту любовную игру, нужен опытный писатель и больше никто. Да, ты рассуждаешь как писатель-романтик. Нет-нет, вот увидишь. Я уже давно все поняла. И я все улажу. Шах и мат. Видели? Он разгадал мой ход. Ну, хватит. Мама, скажи ты. Идем ко мне, дочка. Иду, бабушка. Больше я не играю с обманщиком. В чем дело, бабушка? Дело в том, что сегодня вечером я пригласила кое-кого. Он придет с украшениями,
браслетами и сари. Для невесты в этом доме. Для тебя, дочка. Для меня? Да, дочка. Для тебя. Дочка, пригласи отца. Пусть он будет рядом. Очень симпатичное ожерелье. Держи его у себя. Пусть она у тебя останется на какое-то время. Доверяешь воровке? Да поделать. Время покажет. Полюбуйся еще несколько дней на это ожерелье. Раджив, где ты? Мы начинаем работу. Приезжай быстрее. Я готова. Что делать? Видишь то озеро? Принеси оттуда воды. Куши, я принесла тебе хорошую новость. Какую? Мы проверили твой гороскоп и гороскоп Ранвира. У вас на роду написано «счастье». Правда? Да, и святой отец говорит, что надо как можно быстрее сыграть свадьбу. Ранвир согласен. Пошли. Куда? Надо украсить руки Хной. Пошли. Мехенди, мехенди, на мужчину лагана,
Нет-нет, я не буду красить руки хной. Не буду подводить глаза сурьмой. Я не собираюсь замуж. Эй, актриса Погорелого театра. Я не согрей. Почему ты здесь легла спать? Хочешь простудиться? Ты когда-нибудь надевал шервани? Нет. А что? Ты в нем хорошо бы выглядел. Деньги. Тебе это снилось? Да, Соня. Я приезжаю в понедельник.
Привет. Я тебе перезвоню. Поднимайся наверх. Будешь пить кофе? Да. Но с одним условием. С каким условием? Что ты будешь меня угощать кофе с улыбкой? Я вижу, ты совсем перестал улыбаться. Симли, я привык к двум вещам. К твоему кофе и к твоей улыбке. Виджей? Виджей? Как поживает Хуши? Прекрасно. Очень трудно решиться на свадьбу. Иногда думаю, может быть, остановиться. А иногда сердце подсказывает, пусть все идет своим чередом. А ты что думаешь? Каких пор ты начал думать? Считаю, что если сердцем не чувствую, головой надо думать. А если сердце подсказывает одно, а разум другое? Поэтому я и пришел к тебе за советом. Хотелось бы, чтобы и разум, и сердце действовали в унисон. Что ты думаешь на этот счет? А ты сам что думаешь? Я думаю, что мне уже пора. Иначе опять сердце будет подсказывать одно, а разум другое. Твой кофе? Как-нибудь в следующий раз. Что ты на себя нацепила? А что? Что в этом плохого? Слишком короткая юбка. Иди переоденься. Иди. Ранвир, это Гаурав, из Дели. Говори. Шеф вызывает всех на работу. Он рассматривает какой-то новый проект. Быстрее возвращайся. Пока. Хорошо. Кто звонил? Офисы. Работы. Что случилось? Вызывает на работу. Опять надо будет проектировать эти бессмысленные здания, фабрики, лаборатории. А что ты хотел бы делать? Я хочу строить жилые дома. Тогда почему ты своему шефу об этом не скажешь? Когда я закончу этот дом, они все сами поймут. Поймут, что я хочу. Hi. Привет. Hello. Хорошо. Сэр, вы меня вызывали? Да. Я слышал, ты собираешься уходить из компании? Это не просто компания, уважаемая, это армия. Знаешь, что бывает, когда дезертируют из армии? Я тебя никуда не отпущу. Я знаю твои планы. Но кто вам сказал, что я... Ранвир, сегодня ты увидишь, на что я способен.
Я вроде тебя тоже не горел желанием строить спичечные фабрики. Я хотел строить дома для людей, где кипела бы жизнь. Вы даже это знаете обо мне? Ранвир, я слышал, что ты на скромные деньги построил себе хороший дом? Да, сэр. Если это так, то этот командир бригады готов профинансировать твой проект. Вы серьезно, сэр? Поздравляю тебя с законным браком, Ранвир. Я обязательно приду на твою свадьбу. После того, как я увидел твой дом, я решил сделать тебя партнером. Свадьба? Партнер? Ты, друг, счастливый человек. В день свадьбы ты решил соединить двух разлученных судьбой людей, меня и Бакши. Того самого Бакши, кто спас мою жизнь на поле боя, кто принял на себя мою пулю, которая предназначалась для меня. Это тот самый Бакши, прекрасный дочь которого ты собираешься взять в жены. Заходи, дочка. Только сегодня я узнал, что после пулевого ранения Бакши потерял память. Полковник из пенджабского полка считает себя простым солдатом. Во всяком случае, Ранвир, я даю тебе отпуск. Устраивай свои личные дела. Поезжай домой. Готовься к свадьбе. Иди, мой мальчик. Ты уже потеряла чувство меры, не понимаешь, когда и где разыгрываешь представление. Я просто выручила тебя, мистер. Помогла преодолеть такой высокий барьер. Ты сегодня просто чудо совершила. Как тебе это пришло в голову? Ты совершил ошибку. Разве ты не знаешь, что у другого человека тоже бывают мечты? Ты мне когда-то рассказал о своей мечте. Ты помнишь, я тебе говорила, что я тоже люблю мечтать? Но ты знаешь, твои мечты лучше моих. Если кто-то очень хочет, его мечты притворяются в жизнь. И твои мечты тоже осуществятся. Спасибо тебе. Сегодня впервые кто-то в меня поверил. Могу я знать, почему именно? Неужели все надо говорить? Теперь мы должны довести нашу игру со свадьбой до конца. Без этого у нас ничего не получится. Шеф должен увидеть мой дом. Поддержишь меня? Будет очень смешно. Я с детства веду эту игру. Сначала принимала участие в чужих свадьбах, а теперь в своей. Будет действительно смешно. Тогда поехали. А Пуджа? Я настолько увлекся игрой, что впервые забыл о ней. Теперь есть один выход. Я зайду в свадебный павильон и скажу, что уверена в том, что ты не смог забыть Пуджу, и поэтому я отказываюсь выходить за тебя замуж. Тогда наша игра дойдет до финала. А ты в это время в свадебном платье возьмешь в жены Пуджу. Это возможно. Поехали. Доброе утро, дядя. Я ведь вам говорила, что Марат Схипол гордится полковником Бакши. Я ничего не понимаю. Причем здесь мой шеф и эти люди? Эй, капитан, попридержи язык. Ты разговариваешь со старшим по званию, и я тебя застрелю. Хорошо, что ты сказала шефу, что из-за пулевого ранения он перенес сотрясение мозга. О чем он говорит? У нас есть какой-нибудь другой выход? Я ничего не понимаю. Его надо доставить с военным конвоем. Или мы должны сами что-то организовать? Ну, так и быть. Скажи им, что мой друг Гаурав за 15 дней им доставит новую одежду. А он знает, кто у меня портной? Ты посмешище. Кроме шортов, ты когда-нибудь что-либо надевал? Теперь ты всю мою труппу включил в свое представление. Что ты хочешь?
Не хочешь купить невесте украшения и свадебное платье? А что еще? Не хочешь, чтобы я для тебя построил психбольницу? Что случилось? Как я выгляжу? Неплохо? Привет, неразговорчивый мистер. Может быть, что-нибудь скажете? Актриса Погорелого театра, ты выглядишь как авиамотор в авторикше. Лучше смотри на дорогу. Попроси его улыбнуться. Он и будет улыбаться целые 5 минут. А ведет себя так, как будто он компаньон Джеймса Бонда. Вообще-то она неплохо выглядит, только много разговаривает. Может быть, жениться на ней? Ему надо жениться на немой девушке. Идиот. Кучка? Ты что-то сказала? Нет. Не нужно было влюбляться. Почему? Потому что любовь кладет конец дружбе. Начинаются стычки, и все идет шиворот на выворот. Не так ли? Не надо ведь было, да? Нет. Друзья? Окей. Ладно. Идиот. Мама? Hi, mom. Привет, мама. Приехали из Дели? Она без тебя не хотела здесь оставаться ни на минуту. Сразу побежала за тобой. Счастливый парень. Мы решили пожениться. Пожениться? Поздравляю. Спасибо. Как это вдруг? Так неожиданно. Брат, а когда свадьба? 16 числа. Этого месяца. Так быстро? На вас не угодишь. То поздно, то быстро. Но, сын, родители Хуши? Мы разговаривали с ними. Они приедут на свадьбу. Приедут? У них что, своя вертолетная компания? Прекрати. Такое приятное событие, а ты, как всегда, не впопад. Перестань. Лучше дай им свое благословение. Поздравь их. Оба вместе. Одну минуту. Тетушка, это ты, Хуши? У меня хорошая новость. Я выхожу замуж. Когда? 16 числа. Что? Удивлены? Я пошутила, тетушка. Дочка, о чем ты говоришь? У меня нет времени, чтобы все объяснить. Но считай, что это моя свадьба, хоть и понарошку. Хуши, я начинаю беспокоиться. Ты понимаешь, что делаешь? Нет, знаю только, что витаю в облаках. Мечтаю о свадьбе. Мне вдруг показалось, что ты действительно выходишь замуж.
Нет, тетушка. Было бы чудесно, если так было бы на самом деле. Я же сказала, что это неправда. Это всего лишь мечта. Но вы приходите, нарядите меня как невесту. Придете? Закрой глаза и начинай мечтать. Мы обязательно приедем. Джонатан? Какая я глупая. Совсем глупая. Ты мне никогда не говорила. О чем? О чем ты мечтаешь? Казать? Скажи. Я хотела бы оказаться в раю. И чтобы кто-то был рядом. Об этом все время мечтаю. Иногда мечты сбываются. Вот вроде этих облаков. Кажется, протяну руки и дотронусь до них. Но все-таки страшно. Отчего? А если это обман? Если ты не веришь в мечту, как она сбудется? Ты веришь в свою мечту? Немного. Хуши, такая озорная девчонка, но и толковая к тому же. Она высказала в один прекрасный день то, что я не мог ей сказать. Не знаю, каким образом она похитила все мои мечты. Мне начинает казаться, что все будет хорошо. Хуши, те, кто тебя так назвал, поступили правильно. Спасибо, мисс. Спасибо, Хуши. Пусть твои мечты сбудутся. Хотела бы тебе что-то сказать, но стесняюсь. Хотела бы быть всегда с тобой. Никого, кроме тебя, у меня больше нет.
प्यार करते हमको जीना प्यार करते हमको मरना गम जुदाई का सहना नहीं मैं कर लूंगा я все сделаю. लेकिन बाबूजी отец. तो फिर जो करना कीजिए. Тогда делайте, что хотите. Зачем меня спрашиваете? Stop it! Перестань. Да ты кя утом? Что ты хочешь? С тех пор, как ты приехала, становится хуже и хуже. Ты захватила мой дом, завоевала доверие семьи, вошла в мою жизнь. Я или ты? То, что случилось, я сделала или ты?
Я изменила решение, или ты? Ты. Я хорошо тебя знаю. Ты заставила меня изменить решение. Все отняла у меня. Алло? Тетушка, это Хуши говорит. Алло, Хуши? Хуши? Почему ты плачешь? В чем дело? Тетушка, я... Алло, Хуши? Все, что случилось, я сделала, или ты? Я изменила решение, или ты? Это Агнихотри, Смейл Роуд. Да, говорит сын мой. Прошу прощения за то, что вмешиваюсь. Я только что видел вашу невестку на автобусной остановке. Она выглядит обеспокоенной, и у нее при себе вещи. Я решил вам позвонить. Ты правильно сделал. Наверное, что-то неладное случилось. सारी खुदाई छूट जाए या सारा जमाना छूटे रब रूठे ते रूठ जाए यार कभी ना Господь не простит тебя, если ты так с ней поступишь. दिल विच अपने इश्क दी ज्योत जगा ले यार बिना तो जब
Я прошу прощения за то, что случилось. В этом нет никакой необходимости. Я уже говорила тебе, что давно потеряла веру в таких людей, как ты. Мне не нужны ни твое жалование, ни твоя любовь. Ничего не нужно. Но я хочу избавить тебя от ненужных переживаний. Я вернулась не ради тебя. Вернулась ради тех людей, которые поверили в меня и которых я уважаю. Больше нам не о чем говорить. Ни сегодня, ни когда-нибудь еще. Возможно, я видела сон. Хорошо, что ты меня вовремя разбудил. Иначе я бы стал ненавидеть все свои сны.
Здравствуйте, сэр. Вы заказывали образцы внутреннего интерьера дома. Они готовы. Они привезли образцы интерьера. Мама, мера сапна пура ху гая. Моя мечта исполнилась. Гхар тайяр ху гая. Дом готов. Дехоги? Придешь посмотреть. Ты стала моей мечтой. Я даже не могу вспомнить, когда я тебя полюбил.
भाभी आइए आइए आइए, शर्माइए नहीं। बीजी, भाभी, बाबुशका, निवेस्टका пришла. बेटी, дочка. आज तक तू इस घर до сих пор ты приносила в этот дом счастье. लेकिन आज से а сегодня ты стала настоящей богиней Лакшми. А, Андара? Проходи в дом. Сегодня всю ночь в доме будут гореть светильники. Потому что ты принесла в наш дом свет. Заходи в дом, дорогая. Отпусти мою руку. Что происходит между вами? Ты мне не расскажешь? Бабушка, нас никогда ничего не связывало. Это была просто игра, которую я затеяла, чтобы вернуть Пуджу. Я даже не знаю, когда эта игра превратилась в реальность. Я полюбил ее. Тогда почему ты ей об этом не скажешь? Да мне сказать? Как мне сказать? То я люблю тебя, а не Пуджу? Я не знаю, как я оказался в таком положении. Я ее сильно обидел. Это все была моя вина, а я ее в этом обвинял. Сын. Если ты совершил ошибку, тебе не стыдно будет в этом признаться? Иди, скажи ей. Не то завтра, возможно, уже будет поздно. Ты будешь раскаиваться. Иди, останови ее. Иди, сынок. Иди. Mm-hmm.
अभी से शर्मा रहे हैं। दूल्हा? दूल्हा? जनीह? здесь? कहाँ नहीं गया? मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए। Я знаю, почему ты сюда пришел. Будет так, как ты хочешь. Я бы хотел с тобой поговорить. По обычаю, до свадьбы жених и невеста не могут встречаться наедине. Джонатан, этот мир нехороший. Нехороший этот мир. Нам не нужно было сюда приходить. Я больше не могу продолжать эту игру. Мечта и действительность — это не одно и то же. Не знаю, что мне теперь делать. Не знаю. Прекрасно, мой мальчик, прекрасно. Дарваза хол, Хуши? Хуши, открой дверь. Дарваза хол, бета. Открой дверь, дочка. Пуши, открой дверь. Нет, бабушка, я не пойду. Что случилось? В чем дело? Сама не понимаю. Пуши не открывает дверь. Ведь сегодня день свадьбы. Она, наверное, смущается. Сын мой, позови ее родителей. Они все уладят. Дочка, гости пришли. Хуши, моя дочка, мы пришли за тобой. Тетушка, дядя, уезжайте, свадьба не состоится. Этого следовало ожидать. Моя бедная девочка, как ее обидели. Подумай своей головой. Они же не знают, что наша девочка — сирота. Что теперь с ней будет? Скажи, что теперь делать? Что мы теперь можем поделать? Что теперь делать? Делать нечего. Открой дверь, дочка. Бета? Дочка. Мы окружили тебя любовью. Если эта любовь кажется тебе хоть немного искренней, то ради этого открой дверь, дочка. Открой. Thank you.
присядь. Дочка, мы пришли к тебе сказать, что в день свадьбы жениху никто не нужен. Однако невеста нужна всем. Поэтому мы решили, что мы все не с ним, а с тобой останемся. С сегодняшнего дня я не его, а твоя бабушка. А это твой отец. Не его отец, а твой отец. А она не его мама. Она твоя мама. А вот этот твой дядя. Мы все твои, дочка. Все твои. Я знаю, какая трудная эта поездка. Но, дочка, я даю тебе слово. Ты сделай только первый шаг, и ты не будешь в одиночестве. На каждом шагу у тебя будут новые родственники. На каждом повороте судьбы брат будет тебя поддерживать за руку. Мать будет тебя баловать. Отец станет твоей опорой. Мы все твои, дочка. Дочка, ты же знаешь, как мы тебя любим. Не отказывай нам. Он приедет украдкой и заберет меня к себе в дом. И, наконец, моя мечта сбудется. Shadi kismat ka.
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्य निदायते जो तुम चाहते हो। Я не могу сделать то, что ты от меня хочешь. Они окружили меня такой любовью и уважением. Не заставляй меня обманывать их. Значит, ты не будешь рядом со мной? Если тебя не будет рядом, тогда что мне делать? Это была лишь мечта. Ложь. Мечта. Но при чем здесь ложь? Я ничего не помню. А я все помню. Помню, что ты хотел иметь такого спутника жизни, который взял бы себе все твои печали и тебе дал все свои радости. Я как раз это и сделаю. Я дам тебе все свои радости. А ты взамен не отдашь ли мне все свои печали? Человек иногда принимает свое упрямство за любовь. Вероятно, и я свое желание добиться пуджи принимал за любовь. Но сегодня... Ты выйдешь за меня замуж? Скажи мне, это правда или это сон? Решение зависит от тебя. Влюбиться может каждый. Перевод фильма осуществлен на студии корпорации «Арена». चोरी चोरी चुप कैसे